Всем привет! Это полезная программа. А значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Поехали! Егор, в последнее время от знакомых спортсменов я все чаще слышу странную, как мне кажется, фразу «надо просушиться». Вот скажи мне, что она означает? Аня, в ней нет ничего странного, но на спортивном сленге это означает избавиться от лишнего веса и добиться желаемого рельефа. Но я хочу сказать, что у тебя и так все хорошо. Спасибо. Прямо сейчас советы девушкам, которые уже вовсю готовятся к пляжному сезону. Лично для меня каждый поход в wellness-клуб – это открытие чего-то нового. И сегодня таким открытием для меня стала тренировка Евгения, с которой я только что познакомилась. Сегодня она раскроет нам некоторые секреты. Первое, на что я обратила внимание, Евгения необычно использует беговую дорожку. Оказывается, этот кардиотренажер намного функциональнее, чем я предполагала. Круговые занятия, то есть это именно направлено на физическую устойчивость, потому что я, как сказала, уже занималась до этого, и мне хочется, чтобы прям после тренировки мышцы мои горели. Евгения находится в отличной физической форме, но считает, что нет предела совершенству. Сейчас уже, имея определенную мышечную массу, мне, конечно же, захотелось, чтобы ее было видно, то есть иметь рельеф. И я предложила тренеру мне, придумать программу определенную, чтобы просушиться. То есть и тренер оказался в этих вопросах компетентным, сразу мне придумала программу, что касается и питания, и более интенсивную тренировочку мне. Сейчас уже вижу определенные результаты. Кстати, несмотря на видимую простоту этих упражнений, они очень сложные. Смесь wellness и фитнеса – вот главный секрет Жениного успеха. Тренировка длится час, и за это время она успевает проработать все группы мышц. Причем с каждым занятием программа становится все более сложной. Мне кажется, Женя готовится в спецназ. Еще один пункт в программе спортивного успеха – постоянство. Женя не пропускает тренировки. Интенсивные нагрузки получает 3 раза в неделю. Обычно тренировку я заканчиваю на видеоплатформе. Этот тренажер отлично снимает мышечное напряжение, усиливает эффект от тренировок и является отличной профилактикой целлюлита. Прямо сейчас в wellness-клубах «Спорт Делюкс» лучшие цены на абонементы сроком 3 месяца. Инструкторы клуба подберут индивидуальную программу тренировок. Wellness-клубы «Спорт Делюкс» на Мотозалке 9, Батурина 20 и Керенского 56А. Сайт sportdeluxe.ru. Вот уж где точно понадобится хорошая физическая форма, так это в экстремальных ситуациях. Например, если ты заблудился в лесу. Да, я сразу вспомнила, как наши коллеги в Ергаках съехали с горнолыжной трассы и потом выбирались из леса несколько часов. Это, наверное, послужило поводом снять полезный сюжет для любителей фрирайда. Смотрим. Занимаясь именно таким катанием в стране трасс, то есть это сейчас называется фрирайдом, то есть по свежим склонам, нужно всегда с собой иметь необходимое такое снаряжение или обмундирование, то есть маленький рюкзачок, где должен быть термосок, должен быть нож, нужны спички. Фонарь обязательно нужен, потому что день зимой очень короткий. Бывают случаи, что человек травмируется. Нужно не поддаваться панике, всегда думать о том, когда приезжаете на местность, спрашивать именно, какие средства связи есть, как можно связываться там по телефону или по рации. Обычно фрирайдом, кто занимается группами, у них у каждого рация. Не забывать нужно о том, что по снегу вы катитесь быстро, а выходить по снегу, по пухлому, это в несколько раз тяжелее. Это требует очень больших, колоссальных физических усилий. Если не получается на двух ногах идти, можно на четвереньках, вплоть до того, что если пухлый снег, можно даже ползком. Использовать все средства, там и локти, и ноги, да, и лыжи, и борт, потому что если глубокий снег, только так вы будете преодолевать расстояние. Кататься по склонам, по новым местам, где снег не тронет, это вообще здорово, классно. Катаясь, не забывайте о своей безопасности.
На сегодня это все. Проводите свое свободное время с пользой. А я напоминаю, еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!